Сейчас вот таких гелей получат. А первый пойдет вылет или кобель вдруг? Кобеля. Я понимаю, но они как будут? Сначала всех кобелей, потом всех? Аня, или сначала быбиков? Или сначала быбиков, щенков отсюда? Юлия, прошу прощения, смогу примерно через час. Проживали стола. Подержи. Лошадца, иди ко мне. Моя. Не убейте. Люблю. Люблю, как спину. Ой, птица большое. Аня, номера тут. Иди, как из-за тебя. Так, ну что, правильно? Не могу найти, где еще одно место. Девушка, а ты иди, пожалуйста. Блондинка. Еще одну блондинку. Ходи. А сейчас мы на любви? Ага, иду. А еще сколько? 18. А, вы нашли. Моя, никому не отдам. Ты что? Никому не отдам. Я никому не отдам. Я никому не отдам. А что вопрос? Быстро после нас? Нет, ну я в конце. Ну это конец уже. Да, по идее должны быть после нас. Ну, мы в конце получается. Да. Зачем я ее только отряхнула от себя? Я не про тебя, я про это страницу. Тебя я тоже отряхнула. Маман, выставка закончится, мне надо будет сесть поработать, потому что у меня работа хочет. Маленькая фирма, она выходит же, что же? Красиво будет ходить маленькая форма. 77 грим, пожалуйста. Форма, выходи давай. Иди сюда. Тебе надо, ты. А то я тебя сейчас другим неприличным словом нахер назову. Выходи. Не надо. Мы долго думали, как назвать собаку. А я такая, знаешь, как ты? Блин, как тебе? Халва. Она такая, ну, блин. Радость она такая. Приглашается номер 3. Проверь, глаз промежуточный. Готовится, значит, номер 4, открытый глаз. Значит, щеночки. Ася! А! Подержи. Так, книги давай мне. Ощущай, 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 ведь ощущай.
внук, как зовут подругу Маши Бороздиной из Тамбова? Короче, мама Алла. Я сегодня забываю имена. Принц приглашается, номер 4. Готовится класс чемпионов. 5, 6, 7. Денек создавайте, а вы ушли. Сравнение. Он без вас уже Седьмому сказали готовиться. Поняла, спасибо. Приглашаются номера 5, 6 и 7. Готовится класс ветеранов, номера 8, 9. Кто там меня? Сзади. Это, наверное, какая-нибудь Аська. С курмою. Курма уже пошла. Аська пошла. Я понимаю. Где там? Степа, подожди, стой. Там, извините, а эксперт дядя? Тетенька. 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 Это тетенька, это тетенька. Да, вы вместе сидели, тусили. В одной лежаночке спали, было дело. Да-да-да. Мне как раз нравится. Угу. Она... Не палевая, но и не рыжая. Не забыла. Да? Пошли с ним заходить. Да ёпарасоте. Ась. Не бай. Качай, Арина. Арина сама закачается. Давай после ринга приемся, фоткаемся. Угу. Стёп, мне больно так тут. Номер 83, юниор, готовится 84. Ой. 85. Зачем ты надрала этой травы синтетической, полународной? Вообще на самом деле кошмар.
Потому что пока еще непонятно, как они будут ее выкатывать, собаки, в смысле. Разворот. Ливрет. Он имеет полное право сказать маленькой ногой, что ты? Не, он стёк не так рычать и обижать. Страшная собака. Отвратительная. Рутенками разутилась сутить. А Глаша у нас от Дуняши, наоборот, была темная, верно? Кобелю хорошо. Аня не очень. Кобелю зашибись. Блин приглашается. Класс ветеранов. Номера 8-9. Болеем за Стю. Так, ну держи этого. Болеем за Винти. Номер. Ну ты подумаешь, так, Азвина. Иви. Сейчас он бежал не танцуй, но зато вот так вот сделал. Готовится, сука, класс Бэби, номер 10. А сравнение? У нас виски. Виски у нас промежуток, потому что в юниорах у нас Ульяша. Сейчас на улице. Да, у нас Аська в открытом. У нас Аська в открытом, у нас на обе выставки. Это в промежуток, это открытый. Я просто уточнил, что по юниорам записано на ЦАПСКУ. Там. В Москве 1 октября, и по Нарисловскому, а на 2. А на Монку? На Монку я ее по юниорам вообще не писала, потому что смысл. Ася, не прыгай. Чуть быстрее!
говорю, что они сама похожи. А у него там не болит ничего? Да, там вообще все говорят, что у него 10 лет, что я не Пожалуйста, посмотрите. Поскольку Лёва был большой, то Степан, наверное, вообще. Ну, тут тоже нет. Нет, Степан, конечно. Степан объёмный. На линии вверху. Это лучше, линия верхняя, на сравнение, на лучшего ветерана, номера 8-9. В принципе, я где-то увидела фотографии, были даже молодые годы. Летал так, что рассмотришься. На сравнение на лучшего кобеля приглашаем. Подождите, это туда, сука, самоед. Что ты нервничаешь? Кто у нас тут ветеран? Нет, много раз. Сейчас закончится ринг. Приедет Дима с Макдаком. Пойдем. Ты же мой герой. Это тетя. Это тетя по имени Марина. Готовится судья юниорки номер 11-12. И сука промежуток самая. Да. Стоит. Не, ну такая же морковка, как они все. В поезде пересылалась со всеми. Ручонками разучилась учить. Получим, это тот же ринг, потом получим все скопом за всех.
На сайте закрыто. И по юниорам туда записано Ульяша Зацацкали. Потому что Ульяша не закрыт, а юный чемпион. Я записала Вискаря по юниорам в Москву. Ян, не натягивай поводок вообще. Ась, ну куда ты всей собакой? Аня, у вас на третий кто эксперт? Аня, у вас на третий? Да я не это. Это что у нас? Мало итальянская, это у нас монопородка. Да. Я не помню, кто у меня эксперт. По-моему, вам там щепят. Вы щепят, вы не открыта десятка, поэтому, значит, вы не там. Значит, вы там. Где? Там. Там у нас списки. Потому что... Нет, просто щепят, вы можете уйти. Не знаю. Ну, там еще нет. А там кто есть? Вот, нет, там один ринг, три ринга, там уже не ринг, там уже так, да? Так. Сука, класс промежуточный, левретка номер 15. Левретка номер 15. А сейчас ждет. Ася ждать. Ася ждать. Инди, ты у меня крафон. Знаешь? Ты знаешь, что это красиво? Инди, ты знаешь, что это красивое? А? Индира. Индира. Ты знаешь, что Индира это значит красивое? А? Индира. Андромеда. Мою умницу. Мою какую девочку. Да, да и нет. Да. Мало кого.
сейчас я вот это закрыла. Вань! А черная у меня, по-моему, тоже была. Аня, ЦАЦ Групп, второй ринг, 14:30. Но все собаки, которые записаны на ЦАЦ Групп, все записаны сюда, поэтому не начнут раньше. Туда записаны вы, Ульяша и собака Аня Моногарова. Три собаки, все три здесь. Не начнут без вас. Подожди, у меня 4 выставки. У вас 4 выставки. Остались ЦАЦ Групп и просто чемпион РКФ. Да. Вот чемпион РКФ на четвертом ринге, но четвертый ринг вон там. Да. А где тогда первый ринг? Четвертый ринг. Да. Вот он. Ага. Ты еще два раза опозориться сегодня. А что, на монку ничего не дают? Ни клубочка, да, ни кормика, вообще на монку не дают. А для кого это? Это для большого быстрого? Ну да. С ума сойти. Я думала, мы хоть что-то привезем. Нам даже за бэбика лучшего ничего не дали. Могут давать на награждение. Мы пойдем с дипломами, спросим, есть ли какая-нибудь наградная палатка. Ася тебя ждет. Асенька в засаде. Держи. Аси, не запускай собаку Асю. 16-17, суки, класс открыт. Виски. Таких мощных запрыгиваем. А ты из кавалера? Мы сейчас рядом.
За поведение. Охренеть. Нет, ладно, вы это, знаешь, слушаю, что отстояла, отдала патроны. И тут я тут хорошо. Ты что, ты гонишь? Что, пошли? Ну да, есть, да. Нет, она пока нормальная. Где вы видите? Нет, она нормальная. Но просто у этой поведения неадекватно. А ты пойдешь лошадью. Это что это такое? Тоже. Вы прям видите меня. Аня, кормишка у вас записан только на мой. Только на мой, да. Кормишка только на мой. Забирай это. Бери. Там посмотрите, там может быть задержка на том уровне. А мы на том же. Вы и на том, и на том. Если вы записаны в чемпионе РФ, я засовываю статус именно групповуха. Там будет групповуха, там будет чемпион. Или наоборот. Короче, я посмотрю. Короче, первая будет там. Владимир, здравствуйте. Я не поняла вообще, почему нас называют 4430. Кать, тут уже 4430. Пошел блок, а молодец, спокойно. Собаками не работаю вообще никогда. 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 17. 1, 6, 8, 11. 11 и 18. Молодец. И пискарик молодец. Пискаренку надо в тень. Она прям страдает. Теперь ты брошенка. Пошли по кругу. Ладно. Мы же потом видео посмотрим. Да. Вперед.
Нет. Так, будьте добры, остановились, пожалуйста, два юниорчика мне туда-обратно, вы пока стоите. Ну ладно, я знаю. Так, взрослые вдвоем, пожалуйста, и ветеран с ними. Туда-обратно. И кружочек еще все вместе, пожалуйста. Сидите, тренируйтесь. Да, он Давайте. 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 Давайте